Не то, что в конце ноября. Ну что ж, еще раз поздравляем Марию Мухортову, Максима Транькова, их тренера Олега Васильева, их постановщика Александра Матвеева с тем, как для них прошел этот замечательный турнир. И действительно, есть небольшое расстройство из-за того, что нельзя было сразиться с соперниками в полную силу, но зато есть понимание того, что соперник может